В Казахстане создадут смарт-навигатор и единую цифровую систему туристических маршрутов для любителей похода в горы. Об этом сегодня сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям. Приложение TAUGO будет интегрировано с базой областных департаментов ПЧС и привязано к системе навигации. Используя этот сервис, туристы не будут сбиваться с безопасных маршрутов и смогут избегать несчастных случаев, которые сейчас происходят регулярно. Буквально вчера алматинские полицейские спасли провалившегося во враг на Шамбулаке мужчину. Пока приложение еще только разрабатывают. В МЧС напоминают, что для безопасности любителей горных походов сооружены специальные убежища. Для обеспечения безопасности туристов в горах на отдельных участках горной местности города Алматы построены специальные 15 горных хижин, в которых туристы могут переждать и получить аварийный комплект первой помощи. Рядом с такими хижинами установлены также тревожные кнопки для передачи спутникового сигнала СОС на пульт 112 и 109 службы спасения.